Ой, здесь зеленые бабы просит пати на замену. Снизу подви. Только меня не ставь, у меня мышь правая, кнопка полагающая, и могу отпустить в ненужный момент. Не специально. Вот в этом на 100%. Да? Давай, меня. Вот, вот ты неправильно делаешь. Берешь, назначаешь, а там прожимает или нет, даешь ГП человеку и все. Пусть учатся. Лучше, блядь, сделать наоборот, нахуй. Просто, блядь, знай, кто нахуй нормально прожимает, чтобы не вайпаться. Ну пусть народ учится прожимать. Ну давайте одни и те же будут учиться постоянно. Потом кого-то одного онлайн не будет, и все, тогда система падает. Я кулаки раздал. Некого заменить на кубе? Дайномаг. Да вообще надо. Я думаю, турбак. Да, давай я подамажу. На звезду. Рыбу. А порталы, думаю, все знают.
Или это гитариста, да? Там рыбу ставили. Там ставили уже, что вы? Все пожрали. Станка. Моя кровь, ты станет моя жопа гибелью. Не успел. Говорите, когда жмякать куб. Блин, рыба исчезла только что. Так, на луна. Звезду пытается хилить. Звезду и луну. До вспышки 20 секунд, 15.
служат. Уже надо нести. Босса под... А, уже... Чё, он залей по мне, ман. По мусору. Мосса, залей, ман. Чё ж вы его не убили? Да там все было по таймингу. Так что не надо. Убить портал. Это магически хороший босс. Недавно такой распылил.
Че это с своим королем? Самоцветный. Тоже, кстати, неплохие. Нет, не ровом. Что, никому не надо, что ли? Надо, а мне это надо, но ГП за них. Похуй, давай. Ну, на ашке отдали. Меня нет. У меня 13 пар. Потому да, что он показывает бред. У него заметка привязан к этому. Ну, я кину ровно. Дальше ману лучше. Да, да, да. Ну, вообще нахуй никому не нужен. Бабл, когда нету регена маны, это нормальная триня. Я б себе шаману взял ее с удовольствием. Я что тебе говорю, хуйня полная. Куба. Нет, у меня нормально. Есть, я, блядь, выкинул. Тайна маг. Он вроде стрелок. Турбой свалил. Тайна маг, смотри. Турбой свалил. Турбой свалил. А, не ролик? Не, я не ролик. Ну тогда тайна маг. А чё за хуйня? Почему на меня нету креста, блять? Я-то думаю, что с маной? Это заговор паладина против тебя. Трэш долго бить. Открой свое сердце свету. Войт, смени, пожалуйста, лут, не могу травку собирать. Групповую, либо сам. Любую, кроме этого, распределяющего. Спасибо. Только ты потом поменять не забыл. Плохо, когда не знаешь, да еще забыл. Вот видишь, уже успей. Был бы еще демон в рейде, был бы вообще заебись. Вот демона бы сюда и АДК, и все. ШПшки давали бы нормальный ДПС, блин. А то ни демона, ни АДК, и ШП вообще в жопу. Аж в лужу надо вступать, чтобы хотя бы ДПС выдать. Оказывается, можно нормально хилить его два хули пала, блядь. А чё нет-то? У меня, блядь, два эрдру рейд хилили как-то, и охуенно все захилили. Ну, это нормально, когда рейды. Единственное два хила, которые друг другу мешают, это 2 ДЦ. Нет, просто холли пар один по-любому меньше будет давать из-за того, что он не будет кидать джагму. Почему? Мы обои Сашки кидали джагму. А что ли?
еще раз она отменила. Хули пал хорошо захиливает соло тарки, просто идеально. Еще не забывайте, что Мелизону он постоянно подхилит. Ну, да. Мелизона сама себе хилит от джаги. Ну. И плюс символ на Холи Лайт, который еще вокруг танков хилит. Потом Холи Прист. Про него и говорили. Холи Прист и Рестор Шаман дают минус 10% физического дамага. ДЦшник он, по-моему, нет. ДЦшник тупо шелды дает, если не ошибаюсь. Нет. Там новые надежды у него есть. Да, надежды, да. Ну и плюс это для... Ой, чекай, погнали, все здесь. Уменьшится на 6%. Поли, хилы пописить отошли, кто тебя хилить будет? У ДЦ лучше по той причине, что у него уменьшается урон, а не... Да не в том прикол, что лучше или хуже, это бафы стакающиеся. Я понимаю, что стакающиеся, но если есть ДЦ, либо Холи Прис. Хренали, одно дает броню, второе минус урона. Есть ДЦ в районе? А, именно сам Рота был? Рота не стакается с ДЦ. Да. Я не знаю, должна стакать. Но понимаешь? Они, да, стакаются, но... ДЦшные и паладиновские не стакаются. Бдилка-то на одну цель, а тут все-таки на все. Если 24 у шамана, у него по щиткам тоже 3%, блять. А кстати, а вот это интересно, потому что по идее этого в классическом ЛК не было. И стакается ли это, а вот хрен его знает. Не знаю, 104 нормально хилю. Там у него, по-моему, орех АОЕ хил дает, да? А второй? Да. На лане о, вообще тоже. Не, он шаман орех АОЕ хил вроде не дает. Дает, если 24. Никаким бог. Если 24 оршана, то дает АОЕ хил. Бля, мне БР дали. Ебать, я птица. Какого ты хуя, блядь, дал БР без ком... Мори, ты в дискорде? Слушай, он БР дал, это уже плюсик. Я на уме. Я на короле. Тебе скачал нечаянно хилбот или там вуду и начал по вуду там каким-нибудь макросом давать. Вуду, я давать. Везде вам буду, блять. Вы лучше скажите, кто пятый танк. Чё, блин, вдвох будете держать? Шёл включать хилбот. Виби, давай в демона. Виби, спекайся в демона. Хочешь, не хочешь, но... Вадим, вчера вам говорил, что он пошел сбрасывать на рейд, сделал спек и все. На ЦЛК попросили, он сделал и все. Поэтому делается по-другому. У каждого, блядь, должен быть... У каждого блока должен быть демон спек. Если хотите что-то проносить, блядь. Дикость, ты тайна магу кинешь, тайна магу дикость. Да, за демон спек тоже дается дополнительная епа.
Короче, у нас не рейд, а гав. Элем бафа нету, ретри бафа нету, демон бафа нету. Есть сова бафа. Пиздец. Че, вы в три танка? Я короля. Ну, есть у вас дополнительные обычные тотемы. Как аркана нет? Аркан есть. А это поебан на Шреддере хоть когда-то зачарится нахуй в танке. Есть в банке. Че вы хотите? 5 штук? Войд, смотри, я предлагаю давать, когда активен череп, по очереди танкам прожимки. А 2-3 человека пусть диспелят, с головой хватает этого. Просто даете по очереди прожимки, и дамаг такой сильно не вносится. Кулака не хватает. Лок. Лок активен, Геру, давайте.
Ну, 5 секунд вот. Еще вот подменять. Мне не нравится ничто, блядь. Нихуя не нравится. Хуесосить людей, походу. А, я вдруг никого не хуесосил. Ребята, слепо глаз, печенька, под боссом. Грона короля набери, Алиса, или кто там танчит короля? У меня уже агро пытается срываться. Тарфол, потому что и доты. Нажать топ-танк свободно. Притяжку. А, нет, стоп. Что, нам даже тут повезло, нах? Имею в виду, в смысле, сразу первый активировался. Да. К магу нельзя. Маг ваншот. В стенку пусть упираются и нормально бьют. Редер не спи, Шредер не спи, на мне агро, смотри, сейчас фаербол будет мне кастовать. Пока никто нет. Просто у Шредера и агро сразу. Трусы. БМК отдашь по мне, я снял случайно. Спасибо. Сразу можно рейндж набрать. Не подсказывай. А он же меля так и не ваншотит. Он огненным шаром ваншотит.
сверхразум. Не, Алиса. Притяжку. А Котос нам нахуя такой, или смазан? Ну, ковыряем под дебафку. Лол. Вот они притянул. А нахуя сальву подаем? Открылся. Иннер по ДНМ дайте. И пиздец. Это не дают, да? Сука, как по мне, блядь, за холи палатичлей играть нахуй, чем за Рошаму, блядь. Блядь, я случайно. Хорошие отбросы. Ну как сказать, ссылка лучше на фурику. Самые охуенные запы это от, на, блядь, что-то любого. Идите, это вот отсюда с обычки, блядь. По статам они просто охуенные. Они дают больше импакта, чем даже геровские. Обычки вместо крита мастерство дает. Обычки дают крит мастерство. А, ну да, там да, два сотика. Встали, полетели, зашли, винс, что лежим. Так, а где у меня ровно? По кому-то мимо было. Все нормально. Походу. 17-й приор, да. Заебись. Там ж вроде когда... апаешь через печеньку, там сокеты всё не надо заново убивать. Ничего не надо перебивать. Зачем мы в Долоран их ведем? Это у вас типа фетиш такой, подальше от хилов скибаться? Здорово, народ, что вы там делаете? Там есть место? Нет.
есть после босса. А ты в ДД, что ли, был? Ты. Бля. Я думала, ты танк не забирал из себя. Мой бог. Дживс есть? Мосса перед боссом поставь, пожалуйста. Итак, после Груля резко второй состав. Да? Да. Отлично. Предупреждаю сразу с одним анролом. А чё туда нужно? Если не будет гильдийских цифр. А чё туда нужно? Мастер, я просто... Профа, вы что? Ты куда? А, проф? РС. А проф с десятки пойдет? Раз, господи, он... Да, любой проф пойдет. Хоть с сороковки. Я могу туда хапалом. Если у них какой-нибудь тяг вина какого-то, я могу за него пойти. На БК играл, тот знает. Здесь вообще, на самом деле, было жестче, чем сейчас. Трэш. И там они не стояли вот так вот кучно. Да, ДНМ, знаешь? Mm-hmm. Там они танку, как лич, лицо отрывали, моб обычно. На 25 двери, да. Я помню, я на пиратке какую-то играл. Приз там контролишь вот этого хилера и разносишься боссов. Ага, на БК, на БК 20к ДПС приз нахуй дает. Не, ну я помню, один на один просто иди, там босс ломается. Там, как правило, эти мобы не танчились, его танчил другой моб, Престовский. Да, да. Я Станвел ломал шаманом, танчил, помню, Энхом. Можно Изю поставить? Да, в совершенствовании вообще раньше Энхи, ну, как сейчас их называют, они планировались, то, что они будут танками. И можно было им щитом, в принципе, танчить, на самом деле. Но это надо было очень охренеть, какие руки и... Ловить прок. И ноги. Ну, ноги, неважно. Если ног нет, то пиздец. Готовить
Самое, чтобы голова была. Поставьте, пожалуйста, джипсам. Вебис, сумманите. А может я с Алисой на танке по чилю? На боссе точнее. А, ты там. У него хитов мало, блядь. Тут я попросил... Ну с чем со мной идёт в бедру, у меня такого вопроса. Джипса. Ня. Нихуя не нужен, да. Я справа или слева? А? Отлично, на. Да, просто на ОП худула все начали показывать. Геру? Да. Руки сзади. Руки на горне. Блядь, не закрыть. Руки центр. РДД, закройте одни. Сейчас печка А он только один закроет, и дебаф получит. Хоть стоп будет взять. Руки, квадрат. Чулан, я здесь есть. Чё? Уйдите, я в глыбе, но...
Руки. Вот. Шейпер, куски. Прожимка. Закрою, уйдите. Может, оно и не надо. Руки. Чулан, залей ману мастерова. Руки. Мол, сама назови. А, блять, это уже конец босса. Что я парюсь? Просто на стопом хил. Турбо, ну я тебе сказал. Понимаешь. Бать, я, блядь, паладином Грула не убивал. Нормально, блядь. Чё ты, наверное? А вот и маунт. Маунт Андроуна. Куплю маунта. У меня он уже есть. Куплю 5к. Пока Мосса 80. Чопс выигрывает. Войд, сотка. Войд, куплю 5к. Чувствуете, чувствуете запах этого вот говнеца? А, стоп, шейвер. Вот, Войд, помнишь, я тебе говорю? Вот смотри, вот одна. Сейчас. Мосса, да. Мосса мисанул, написал же. Ну, тогда мне нахуй не нужно. Сейчас. Вот смотри, Войд. Вот раз, вот два. Разница в одну единицу везде в статах. Но одна шея без ГП, а другая за ГП. Вот я тебе о чем и говорил, что смысл... По 10 шея... можно за 10%, но дикость... Она и за 10, нахуй. У тебя ж с острова шея, ебаный в рот, нахуй, тебе даже 10 не надо. Чень. Ебать, ты начислишь всю хуйню, я отойду покурю. Войд, слышишь? Я хотел все-таки спросить, вот по поводу того, что ты сегодня заметил, что там не было начисления. Так, а начисление все-таки по поводу за закрытый CLK-25, его тоже нет. Было. Было, точно? Потому что, я говорю, у меня в логах последнее начисление это за Синдру ГП, а потом сразу твои бонусы новые. У меня в логах даже по 800 ЕП у каждого, если по 4 КСК есть. Лог отображается, если ты онлайн. Если ты оффаешься, он не отображается. Его, спасибо. Я с этого раз тоже пригорел, блять, хуй слосил. Все начисления были, я не знаю, что у вас там было, блять, такое. Никто нихуя не отменял.
Да, наверное, просто, ты тут? Я просто к тому, что во время начисления, да, он же начислял все на лече, и я был, а в лохах ничего. Прыгни не ниже канала, я тебе кое-что скажу. Заркан. А ты уже ЕП дал, ливать можно? А что это за бонусы? А магом за что?